Через наведение порядка, к счастью. Адепты восточных философских теорий уверены, что несчастными мы становимся от застоя энергии в доме. Достаточно очистить квартиру от накопившегося хлама, чтобы дышать стало легче, а жизнь заиграла новыми красками. Считаете себя аккуратистом? Давайте проверим, не накопилось ли у вас что-нибудь лишнее. Книги. Если вы не собираетесь перечитывать собрание сочинений Чехова в 10 томах, если вы давно перешли на ридер и вас не интересует серия книжек, посвященных искусству, пора в букинистический отдел или на Авито. Не лежит душа к торговле? Отнесите книжки в кафе, где работает пункт брук-кроссинга. Подарите им новую жизнь, они еще могут кому-то пригодиться. Детские вещи. Если вы или ваш ребенок давно вырос из какой-то одежды, обуви, кроватки, или вам не нужны игрушки, снова добро пожаловать на Авито или профильные группы соцсетей. Достаточно вынести из дома пару мешков детских зимних курточек или сломанный конструктор, чтобы освободить пол шкафа. Заброшенные коллекции и хобби. Когда-то собирали марки, пластинки, занимались вышивкой и накопили целую кипу ниток, схем и аксессуаров. Чувствуете, что к такому хобби больше не лежит душа? Составьте объявление и освободите место для новых увлечений. Сувениры и подарки. Кружки с глупыми надписями, когда-то оказавшиеся веселыми фоторамки, статуэтки и прочие вещи, которые раздражают одним своим видом или уже давно пылятся в коробке, можно смело отправить в утиль или отнести на барахолку. Плотные шторы. Замените портьеры занавесками из легких тканей. Воздуха и места в комнате станет больше. Кроме того, за такой драпировкой будет легче ухаживать, а значит риск развития астмы будет сведен практически к нулю. Не обязательно делать в квартире капитальный ремонт. Достаточно перекрасить стены в светлые оттенки, чтобы каждое утро просыпаться отдохнувшим и довольным жизнью. Попробуйте, это очень просто. Источник – интернет. Будьте здоровы!